Нектарины, помидоры, слива, виноград, абрикосы даже есть. Талип и Шариф впервые посетили хоспис. Приехали они не с пустыми руками, а багажником, доверху набитым фруктами и овощами. Среди гостинцев есть даже абрикосы, достать которые в августе очень непросто. Мы вот много взяли из нашего, то есть, холодильника, где мы все товары, которые свежие, которые быстро портятся, мы их специально в холодильнике храним, чтобы у людей было фрукты, которые уже нету, уже сезон закончился. Из закромов достали, можно сказать. Да. У братьев Рахматовых своя торговая точка на Гурьевском рынке. Узнав о том, что уфимский хоспис обратился к общественности с просьбой поделиться свежими овощами и фруктами, они не смогли остаться в стороне. Когда мы вот узнали, что проходит такая акция, мы решили, что будем участвовать. И мы считаем, если есть возможность помочь, то нужно помогать нуждающим людям. И как бы для нас это не сложно, а людям из хосписа это помощь. Гульнара Радмировна, именно так зовут заведующую пищеблоком, уже знает, что приготовит из привезенных овощей и фруктов. Абрикосы, например, пойдут на компот и варенье, а помидоры и перцы – в салат. Мы раздадим уже сейчас на второй завтрак. Мы уже подготовили, вот арбузы помыли, уже нарезали. Пациенты ждут этого очень. Они очень любят как бы и фрукты, и как бы и овощи. Мы делаем и кабачки. Вот люди очень приносят. Мы сегодня вообще были очень довольны в таком количестве. Больше, чем повара, овощам и фруктам будут рады подопечные хосписа. Для них еда порой единственный источник радости. Покушать какой-то вкусный пирог, поесть кашу, выпить компота или поесть блинчики, которые готовит наша команда для них, это порой прямо вообще высшее счастье. Мы часто глотаем свои там обеды и завтраки, даже не чувствуя вкуса еды, но для наших подопечных это правда порой единственный доступный им вид удовольствия. В уфимском хосписе будут рады любым гостинцам и в любом количестве. Ведру садовых яблок, килограмму кабачков или, скажем, свежей морковки с грядки. Чтобы принять участие в акции, нужно связаться с координатором. Его телефон указан на экране. Оставить продукты можно и на КПП хосписа по адресу Даяна Мурзина, дом 8. Ильсия Армхединова, Рустам Лукманов. Вся Уфа.